В России захвачен город-миллионник. Вместе с органами власти звучат автоматные очереди. По федеральной трассе на Москву направляется тяжелая техника и тысячи бойцов. Гражданские власти регионов пытаются выставлять КАМАЗы, чтобы преградить путь военной техники. Их просто сбивают. Москва готовится принимать бой с усиленными блокпостами, пулеметами и тяжелой техникой. Еще неделю назад кто мог представить все это? Но 24 июня это стало реальностью. В чем причины? Каковы последствия этого беспрецедентного случая? И что нам с вами делать сейчас? Ответы на эти вопросы попытаемся найти сегодня. Как вы помните, друзья, госпропаганда обещала нам завершить специальную военную операцию за 3 дня. В реальности получилось несколько иначе. И в связи с этим появилась очевидная необходимость пополнения армии. Одной из форм решения этой проблемы стало формирование частных военных компаний. Тем более, что успешный, как считается, успешный опыт в Африке подобных ЧВК был уже у Евгения Пригожина. И он свой «Вагнер», соответственно, начал использовать, видимо, естественно, с позволения руководства страны во время СВО. Но надо сказать, что он там был не единственным. И, видимо, то, что он создал себе такой некий положительный имидж успехов, которых не было у регулярных вооруженных сил, побудило руководство России дать добро на то, чтобы формировать и другие ЧВК. И они были созданы. Например, это ЧВК «Поток» от «Газпрома», ЧВК «Редут», ЧВК «Конвой» от руководства Республики Крым. И мы понимаем, что вообще в СМИ сообщалось о том, что сейчас в России существует до 40 разных частных военных компаний. А я напомню, что в Гражданском кодексе вообще отсутствует такая организационно-правовая форма, как ЧВК. Ну, нет ее, это правая фикция. И, соответственно, никаких отношений у этого ЧВК с кем бы то ни было, включая там министра обороны, президента или кто бы то ни был еще, любые контрольно-надзорные органы, включая там прокуратуру, военную прокуратуру, никаких отношений нет, они никому не подчиняются, никому не поднадзорны. И это создает огромное количество проблем. Вот одна из проблем в том, что Евгений Пригожин, когда он почувствовал свою силу, когда он почувствовал, что может в сложившейся ситуации кому-то противостоять, он начал, соответственно, резко критиковать Министерство обороны, начальника генерального штаба. Мы сейчас не говорим заслуженно, незаслуженно, но мы понимаем, что в регулярных войсках, даже если там командиры недовольны Минобороны, они, естественно, не могут себе позволить этого. А Пригожин мог, и мало того, он начал угрожать всячески. И вот мы видим, что за счет СМИ, набрав еще и популярность, в том числе и в народе, и в войсках, надо отдать ему должное, он очень толковый пиарщик, вот предпринял такой свой поход за справедливость, против беспредела в России, так он его назвал, да, и даже название, кстати, очень грамотное, то есть он не говорил, что я там за честные выборы, он не говорил, я там против коррупции какой-то конкретно, то есть он против беспредела, а каждый уже мог вложить в это словосочетание все, что угодно. Но это же означает, что у него не было никакой политической программы. То есть это для политика, для серьезного, это вообще-то недопустимо на самом деле. Но, тем не менее, в данном случае это сработало, и его поход удался в целом. То есть он захватил, мы видели, миллионный город. Он дальше продвигался до Москвы достаточно успешно. И в этот момент многие коммунисты и просто подписчики спрашивали меня 24 июня, а как нам, вот простым людям там, социал-демократических взглядов, относиться к этому всему? Я вам отвечу, друзья. Для этого нужно вспомнить, кто такой Евгений Пригожин, кем он был до начала СВО, да в принципе и остается кем. Это путинский олигарх. Он при Путине с 90-х годов. Он был поваром Путина. То есть, что значит повар? Пищу готовил, понимаете? То есть, он отвечал за то, чтобы Путина не отравили. Это очень близкий к Путину человек. Это значит, что они долгое время, вот десятки лет, находили общий язык. И это было не просто так. Постепенно повару Путина отдали госконтракты на десятки миллиардов рублей. Десятки миллиардов в Москве. Он обслуживал детские сады, школы, больницы, питание. Это только то, что известно. Он создал свою сетку СМИ, фабрику троллей. И этот человек
полностью работавший на власть. Зарабатывал на этом огромные деньги. За счет чего зарабатывал? За счет того, что конкуренции фактически не было. Ставились контракты, при которых его компании «Конкорд», «Эвита-1» без проблем побеждали на конкурсах. Ну а монополия, мы сами с вами понимаем, она ведет всегда к ухудшению качества. И в данном случае это и привело. Питание, которое поставлялось детям, оно было в основном отвратительного качества. У меня дети почти не ели в детских садах и школе, вот сейчас в школу ходят, они там не едят, потому что там плохое питание. А в декабре 2018 года в моем районе в Некрасовке произошло массовое отравление детей из-за как раз некачественного питания контор Пригожина. Мамы отравленных детей тогда даже выходили на улицу и требовали разобраться. Было возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей. Потом часть мам подали в суд, через суд признали виновным вот эти конторы, «Конкорд» и «Вита-1» в отравлении детей. Им даже были назначены компенсации, правда копеечные, там 10 или 20 тысяч рублей, вот в этом духе. Но тем не менее, сам факт, они были признаны виновными. Дизентерия была по причине плохой работы контор Пригожина. Я, поскольку лично сталкивался с его работой и наблюдал за его деятельностью еще до СВО, могу вам сказать, это типичный путинский олигарх. Ни хуже, ни лучше других. Он готов зарабатывать деньги на всем, и никаких у него по этому поводу препятствий морального плана, еще какого-то правового нет абсолютно. Еще важный момент, друзья. Чем завершилась вся наша история? Как говорит сам Пригожин, за 200 километров до Москвы он вдруг решил, что не хочет кровопролития, и приказал своим бойцам развернуться. Ну, во-первых, ты когда начинал вот этот поход, Ты не думал, что тебя будут где-то встречать в той же Москве? Что рано или поздно это кровопролитие все равно будет? Когда ты объявлял поход за Шойгу, что его кто-то все-таки будет защищать? Ну, то есть, в тот момент он считал, что кровопролитие, да, это нормально. А вот за 200 километров до Москвы, когда вроде бы шел и никто ему не мешал, он вдруг решил, что нет, кровопролитие недопустимо. Ну, для меня это очень странно, тем более, если мы вспомним с вами биографию Пригожина, а как считается, что он был причастен к нескольким госпереворотам в Африке, и он руководил боями в Бахмуте, то есть крови он в своей жизни видел немало, и то, что его остановило вот это, вот что где-то прольется кровь, ну и понятно, что странным выглядит, что с одной стороны, Путин, как президент, говорит о том, что будет неминуемое наказание. Повторю, любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом. Называют предателями тех, кто организовал мятеж. Это утром 24 июня. А к вечеру 24 июня пресс-секретарь Путина уже сообщает, что даже уголовное дело прекращено в отношении Пригожина. А что значит прекращено? Это значит, что в том числе и те деньги, которые были изъяты, миллиарды у него в «Газели», они также ему будут возвращены. То есть еще утром он был предателем, мятежником. Путин грозно там ему что-то обещал, наказание неминуемое. Неминуемое наказание. Неминуемое, но к вечеру оно стало минуемым. Ну как так? У нас вообще государственная власть-то есть в этом плане или нет? Понятно, что все это могло произойти только в случае какого-то договорника. В договорнике в этом участвовал Лукашенко, как потом выяснилось, да? Мне понравилось здесь комментарий Кагарлицкого Бориса Юрьевича, ученого. Он сравнил это с мафиозными разборками. Потому что государственная власть так себе не поступает. Если есть преступление, о котором заявляет не кто-нибудь, а президент, за это преступление должны нести ответственность. Если преступления нет, ну президент не должен тогда об этом заявлять. А у нас, получается, президент заявил, и дальше ничего.
Ну и на самом деле вот этот поступок Пригожина с подозрением на договорняк с российской властью, да, когда он приказал своим бойцам развернуться, оно уже вызвало недовольство. И мы видели уже появление в сети видео, где бойцы, ну мы не видим их отличительных знаков, кому они принадлежат, но они, соответственно, высказывают вплоть до угроз в адрес Пригожина в связи с тем, что они им поверили, а он, соответственно, не оправдал их надежд тем, что прекратил вот этот поход. Здорово, Валерий Викторович. А что там говорят по слухам, то, что ты куда-то слился, фуфо, пацанам всем прогнал? Видишь, что МЗ за тебя был готов горой идти. И не только что МЗ, и твои пацаны. А ты куда-то срулил. Так вообще не делается, когда люди друг с другом двигаются, они двигаются ровничком. А ты, получается, нелюдь. Шевстюга. Больше тебя никак назвать нельзя. Если это не так, то покажи свое мужицкое. Мы в тебе уверены. Жень, ты подставил нас и своих ребят. Красиво базарил. Мы оказали тебе поддержку. А сейчас что? Нам уже обещают хорошую жизнь. Думаю, так же, как и твоим пацанам. Поверь, хорошие люди этого просто так не оставят. Что данный поход теперь значит для нашей власти? Ну, в первую очередь для Путина. Про Минобороны мы уже говорить не будем. Понятно, что то, что Шойгу и Герасимов испарились, их совершенно не красит. И я думаю, что остатки авторитета там были потеряны. Для Путина это сродни катастрофе на самом деле. Потому что он у власти почти четверть века. За это время нас приучили, что он все контролирует, все разруливает, любые конфликты, и все всегда идут к нему, как к тому, кто может любой конфликт уладить. И его слово последнее. А в данном случае получилось, что какая-то организация вооруженная захватывает миллионный город, и Путин ей угрожает неминуемым наказанием. А дальше вообще, в общем-то, ничего и не происходит. Все это как будто бы и безнаказанно остается. Да и вообще, как такое могло быть? Миллионный город захвачен. И, как сказал сам Путин, блокирована деятельность гражданских и военных властей. Ну, кто-нибудь такое мог себе представить? Там, год назад, даже месяц назад, неделю назад. Это казалось немыслимым. А вот теперь... Теперь оказывается, что это возможно. И вопрос, насколько Путин контролирует ситуацию, этим вопросом сейчас будут задаваться иностранные лидеры. Лидеры тех государств, которые все еще поддерживают с Россией какие-то дружеские отношения. Этим, естественно, задались вопросы многие чиновники, высшие чиновники, олигархи, силовики. И у них теперь много вопросов к Путину, и вообще, а безопасно ли им с Путиным? И мы видели по тем самолетам, которые отправлялись из Москвы, бизнес-джетом так называемым, что они не чувствовали себя в безопасности, когда Пригожин шел на Москву. Все это говорит о том, что ситуация для власти резко ухудшилась, и если мы обратимся к российской истории, например, к истории военных мятежей, у нас их было в 20 веке, во всяком случае, два. Это август 17 года, Корниловский мятеж. И август 91 года, ГКЧП, так называемый, да. Оба продлились недолго, там, по 3 дня. Но оба завершились неудачно для мятежников. Но оба же привели к критическому ослаблению действующей власти. И в первом случае власть продержалась менее 2 месяцев, во втором случае менее 4 месяцев. И режим каждый раз падал после вот этих вот мятежей. То есть власть, которая допускает мятеж в российских условиях, считается властью слабой. И к этой власти у всех становится соответствующее отношение. Это, кстати, подтверждает даже провластные политологи. Вот, например, сейчас зачитаю вам телеграм-канал Маркова. Это бывший депутат Госдумы от «Единой России», политолог. Ну, такой кремлевский прихлебатель. «Весь мир увидел, что Россия на пороге острейшего политического кризиса. Да, сейчас путч не удался, но у путча есть фундаментальные причины. И если причины остаются, то путч повторится и может быть успешным. А жители России увидели, что страна чуть не рухнула в кризис. И все поняли, что власть должна менять свою политику очень серьезно».
И власть увидела, что она должна менять свою политику, что не все идет по плану. Но как менять? Ответа на этот вопрос нет. Нет у кого? У Маркова нет ответа на этот вопрос. А у нас есть на этот вопрос. У социал-демократического сообщества есть. И я вам скажу, что первое нужно. Сейчас нужно запретить ЧВК в том виде, в котором есть они. И если их вообще оставить, то нужен какой-то закон, который их будет регулировать и подчинить Министерству обороны. Первое. Второе. Немедленно инициировать мирные переговоры с Украиной при участии Запада и Китая для достижения мира и прекращения кровопролития. Теперь мы понимаем, что кровопролитие идет не только в зоне СВО, но и на территории России. По сообщениям кремлевских телеграм-каналов, на пути исследования ЧВК погибло порядка 15 военнослужащих, в основном пилоты сбитых вертолетов. Я не говорю, что это стопроцентная правда, это сообщают Z-каналы, в том числе провластная рядовка с 2-миллионным почти количеством подписчиков. Пока ее никто не опровергал, то есть мы исходим из этой информации сейчас. Соответственно, все это кровопролитие нужно прекращать. Путь к этому сейчас один, это мирные переговоры. Ну и дальше, соответственно, как улучшить жизнь наших граждан, у нас есть конкретные пути. Это 17 тезисов будущего, которые мы вместе с Николаем Бондаренко, Владиславом Жуковским, депутатом Госдумы от КПРФ Олегом Михайловым обсуждали и декларировали. В них входит, соответственно, это прогрессивная система налогообложения, чтобы бедняки с доходом до 50 тысяч рублей в месяц ничего не платили, а платили зато олигархи, у них до 50%, чтобы доходил налог, и, соответственно, тогда будет перераспределяться все. За счет этого можно будет поднять минимальную заработную плату до 50 тысяч рублей, плюс районный коэффициент на нее еще, минимальную пенсию до 30 тысяч рублей, плюс районный коэффициент для жителей Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Также нужно будет организовать однодневные выборы без всяких электронных голосований, честные, чтобы обеспечить сменяемость власти, провести судебную реформу, выборность судей, ну и множество других моментов, которые мы обозначали, в том числе и полное решение проблем очередников. Для этого даже особое финансирование не потребуется, потому что домов для решения проблемы очередников, которые в очереди на жилье стоят, достаточно. Ими просто нужно нормально управлять. Я это доказывал в своих видео. В Москве эти дома стоят недостроены. Просто этим нужно заниматься, нужно эффективное госуправление. Нужно, чтобы чиновники чтобы народ мог снимать чиновников. Об этом Ленин еще в свое время писал. Сейчас же чиновники ни перед кем не подотчетны, поэтому работают крайне неэффективно. Так что выходы из ситуации у нас есть. И я вас прошу распространять это видео, чтобы люди понимали, что альтернативная политическая повестка у нас есть. Да, мы сейчас не можем как-то повлиять на вот эти силовые разборки. Сейчас не та ситуация, чтобы мы в это вмешивались, но мы можем доносить свою политическую позицию, формировать общественный запрос на эту политическую позицию, на мирные переговоры и на социально-экономические реформы, которые я обозначил, в том числе в полном объеме эти тезисы социалистов будущего вы можете найти в телеграм-канале в моем «Депутат Ступин» в закрепленном сообщении, ссылка в закрепленном комментарии к этому видео в YouTube. Спасибо, друзья, что досмотрели до конца.